ударяют уста. Колокол врывается в души учеников и заставляет ликовать. Прыгают в сердце, как на подножку ракеты. Звенят, успокаивают, лечат, двигают жизнь и потрясают миры. Дают страх и направляют к звездам.
сцене ведущие торжественного мероприятия, телеведущая, ведущая краевых программ Юлия Умнова и дипломант первого краевого конкурса «Учитель года Алтая» 1991 года Андрей Минаков. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию конкурса «Учитель года Алтая». Мы рады видеть в зале участников и победителей конкурсов разных лет, организаторов конкурса и членов высокого жюри, представителей научного сообщества края и почетных гостей. Краевой конкурс «Учитель года Алтая» практически ровесник российского конкурса, который впервые прошел в нашей стране в 1990 году. 30 лет. Три славных десятилетия побед и достижений. 1991 год. В крае прошел первый конкурс «Учитель года Алтая». Его инициатором и организатором стала Людмила Степановна Зазуля. В конкурс приняли участие учителя из 14 районов и городов края. Первым победителем стал Константин Михайлович Березиков, учитель физической культуры средней школы 76 города Барнаула. И сразу первая победа на российском этапе конкурса. Лучший учитель номинации учителей физической культуры. 1993 год. Летом краевое управление по образованию организовало первую творческую дачу, где совместно с методистами АКИПРО учителя обсуждали свой педагогический опыт. 1994 год. По результатам работы творческой дачи в АКИПРО издан сборник. Размышляют участники конкурса «Учитель года Алтая», куда вошли материалы из опыта работы конкурсантов. 1995 год отмечен сразу несколькими событиями. Впервые в конкурсе приняли участие учителя технического труда. За 3 месяца до начала конкурса были организованы первые курсы подготовки участников, психолого-педагогические и организационные основы конкурса «Учитель года Алтая». 1996 год. Впервые в конкурсе появились номинации «Учителя общеобразовательных школ», «Организаторы работы с детьми», «Преподаватели учреждений начального профессионального образования», «Работники учреждений дополнительного образования». 1997 год. В конкурсе впервые приняли участие учителя черчения и экономики. 1998 год. Впервые выпущена газета конкурса «Дендрарий Ньюс». 1999 год. Победитель краевого конкурса Николай Петрович Марухин, учитель истории Малаховской средней школы Косихинского района, стал кавалером золотого знака «Общественное признание». 2000 год. Впервые в конкурсе приняли участие педагоги специальных коррекционных школ. 2001 год открывает второе десятилетие. Этот период отмечен стабильно высокими достижениями победителей краевого конкурса на российском уровне. Число участников регионального этапа конкурса всегда превышало 30 человек. 2009 год. Конкурс проводится под эгидой года Василия Макаровича Шукшина на Алтае. Победители конкурса прошлых лет дали для участников конкурса мастер-классы. 2010 год. Изменен формат конкурса. Появился заочный этап, где участники представили видеозапись урока и методическую статью. Официально зарегистрирован клуб «Учитель года Алтая». У Алтайской краевой общественной организации «Клуб «Учитель года Алтая» появился собственный сайт. 2011 год. Открывает летопись 3-го десятилетия конкурса. 48 участников регионального этапа. Организована первая передача миссии победителя конкурса. 2012 и уже 56 участников. Впервые информационный сборник конкурса представляет только учителей общеобразовательных школ. 2014 год. Впервые в Алтайском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором приняли участие 36 учителей. Впервые велась прямая онлайн-трансляция с конкурсных испытаний, организованная на сайте гимназии 42 города Барнаула. 2015 год. 25 лет конкурса в Алтайском крае. На заседании оргкомитета конкурса принят кодекс этики краевого конкурса «Учитель года Алтая».
2017 год. Впервые в качестве лауреатов конкурса по положению выбраны 6 человек, по 2 человека от каждой номинационной группы. Интернет-ресурс победителя конкурса Арсена Дзаровича Григоряна, учителя русского языка и литературы гимназии номер 42 города Барнаула, вошел в двадцатку лучших материалов на всероссийском этапе конкурса. 2019 год. Основной жюри конкурса «Учитель года Алтая» впервые работает с электронными листами оценки. Финальные испытания конкурса «Учитель года Алтая» и педагогический дебют объединены в общие испытания для участников обоих конкурсов. Круглый стол образовательных политиков с темой «Национальный проект образования» 10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко в сфере образования. Впервые победитель номинации «Педагогический дебют» награждается денежной премией или ртом победителя. Внеконкурсные мероприятия посвящены Году театра в России. За 30 лет в конкурсе приняли участие 1183 человека из 69 городов и районов Алтайского края. Учредители конкурса Министерства образования и науки Алтайского края,
Алтайская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Алтайская краевая общественная организация «Клуб учитель года Алтая». Алтайский государственный педагогический университет. Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова. Дорогие друзья, слово для поздравления и за чтение правительственного адреса губернатора Алтайского края, председателя правительства края Виктора Петровича Томенко, предоставляется министру науки и образования Алтайского края Максиму Александровичу Костенко. Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие участники конкурса 2020, дорогие ветераны, сегодня, вы знаете, мы живем в непростой ситуации. Именно в эти минуты в правительстве Алтайского края губернатор проводит краевой оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Он очень сожалеет, что не смог с нами быть. Он очень под большим впечатлением от встречи с участниками, лауреатами конкурса разных лет, которая состоялась во вторник, вот совсем недавно на базе нашего детского технопарка, и просил меня озвучить слова приветствия, которые сегодня он передает всем присутствующим в этом зале, наблюдающим нас по интернет-трансляции и всей нашей краевой педагогической семье. Дорогие друзья, искренне рад поздравить вас с завершением конкурса «Учитель года Алтая 2020». Данный конкурс профессионального мастерства проводится в целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, распространение инновационного опыта лучших учителей нашего края. Текущий год стал юбилейным для мероприятия. На территории нашего региона оно проходит уже в 30-й раз. Во все времена учитель – человек, который не только дает знания, но и участвует в становлении личности. Давно известно, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя. Наши дети живут в новой цифровой реальности. Для получения ими необходимой информации не существует преград. В такой ситуации учитель уже не единственный источник знания, однако никакой современный гаджет не сможет научить ребенка мыслить самостоятельно. Это подвластно лишь настоящему учителю, учителю с большой буквы. Правительство страны понимает важность развития системы образования. Глобальные цели ставятся перед учительским сообществом в рамках национальных проектов. Одна из них – это обеспечение вхождения России в число ведущих стран мира по качеству образования. И уже сегодня учителя края демонстрируют высокий уровень мастерства, умение эффективно использовать инновационные образовательные технологии. Участники конкурса ярко доказали, что они являются достойными представителями сообщества педагогов Алтайского края. Любое мероприятие, направленное на представление опыта работы, это также и возможность познакомиться с талантливыми, креативными коллегами. В юбилейном году учителям края представился шанс пообщаться с победителями конкурса «Учитель года России разных лет», побывать на их мастер-классах. Надеюсь, что тот заряд позитивной энергии, который вы получили на этой неделе, послужит толчком для дальнейшего профессионального роста. Губернатор Алтайского края, председатель правительства Виктор Петрович Томенко. 20 марта 2020 года. Спасибо большое, Максим Александрович. Еще одна приятная процедура. Ну что ж, дорогие друзья, мы рады приветствовать в зале сподвижников, всех людей, которые стояли у истоков конкурса. Благодарственные письма министра образования и науки Алтайского края вручаются почетным гостям праздника. Владимиру Васильевичу Сковородникову, бывшему председателю комитета администрации Алтайского края по образованию. И Галине Николаевне Самодуровой, бывшему заместителю председателя комитета администрации Алтайского края по образованию. О, Сковородникова. И букет в связи с юбилеем, 70-летним юбилеем. С надвигающимся Новым годом, прекрасной, насыщенной жизни, посвященной людям и детям.
Включите наши искренние поздравления, слова благодарности и громкие аплодисменты всего зрительного зала. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо большое, Максим Александрович. Дорогие друзья, на нашу праздничную торжественную программу продолжает Лариса Дэнс Шоу.